Всем добрый вечер, добрый день, у кого что. Как у вас дела, как меня слышно, как слышно музыку. Надеюсь, все нормально, надеюсь, никто не болеет. Еще раз привет, сейчас сяду поудобнее. Как всегда, все отключается, но ладно. Слышно хорошо, хорошо. Я просто что-то музыку заслушался и забыл, что надо вообще разговаривать. Я болею, давай не болей, выздоравливай. Ты чего, Александр, до сих пор не выздоровел? Все работать будет. Сейчас проверим. Да, все работает. Только я уже сменил картинку. Ага, когда я что-то делаю, только да, тут работает у вас. Сейчас проверим. Да, все работает. Да, ты всегда болеешь. В смысле всегда? Он не помню, чтобы он болел до этого. Когда это? Ну, я уже только месяц прошел, ты решил обратиться к врачу. Ты молодец. Так. Сейчас мы... Что нам надо сделать? Разбить примерно популяцию колонии людей по должностям. Так, пока в грубой форме быстренько раскидаю, кто что, а потом где, как и почему. Уже будем туда-сюда перегонять, как правильно, как лучше будет, как хуже будет. Все ли сойдется, будем пока плясать от того, что у нас 158 человек, без добавочных, скажем, контрактников, именно возьмем основным. Так. Начнем. Ну, я просто сейчас говорю быстренько про Китаю. Та-та-та. Все пишет. Так, давайте первых у нас. Чайлдс, дети. 12 штук пусть будет детей. Это всех возрастов, от маленького до велика. А дальше у нас по важности сделаем или потому что я точно уверен? Давайте потому что я точно уверен. Гидропоника небольшая, 2 человека на 2 смены, пока что пусть будет. В баре у нас работает, можно сказать, повар, бармен и уборщик, 3 пусть будет. Я не помню, как тичер, кажется, учителя 2 штуки. И бебиситеров, наверное, тоже 2 пусть будет. Столовая, повара основные в столовой 3 штуки. Потом почитаем, где добавлять, где не добавлять. Так, дальше у нас идет на гараж. Я не помню, как гараж пишется. В гараже у нас основной состав пусть будет 6 человек. Казино. Казино у нас 4 человека. И остальное у нас... А, парикмахерская у нас еще появилась. Парик. Парик 2. Да, парикмахеров 2. Дальше у нас идет основной состав на все. Давайте начнем с... Секьюрити. Как секьюрити пишется? Так, секьюрити. По 2, скажем, на каждые 2, 6, 8,
10, 11, 12, 16 человек, пусть будет security. Командный центр, ком-центр. Тут я считаю Лейдекера и туда же Симпсона засунем, пусть 10 человек будет. Дальше медперсонал и лаборанты, которые научный персонал. 18 человек. Надо учитывать еще. Так, дальше у нас идет. Так, охрана есть. Инженеры это основные, которые отвечают за системы, вот это все, и за атмосферный процессор, в том числе 23 человека. Технический персонал это строители, грузчики и так далее. 18 человек. Так, вроде пока выходит, хватает места. Дальше у нас уборщики. Уборщиков. В общем, тоже у нас 5 этих основных, плюс дополнительные 10 штук пока пусть будет. Офисных работников. Это офис у нас. Библиотеки. Вернее, библиотека, архивы, вся офисная рутина, то есть счета, вот это все. 17 человек. Кто нам еще нужен? Так, дети есть, гидропоника есть, бар есть, учителя есть, повара есть, гараж есть, парикмахер есть. Надо посчитать вообще. А, конечно же, чуть не забыл. Разведчики. Разведчиков 10 штук. Это как семья Джордан, да, которых отправляют. Врачи относятся к MediLab. Так, давайте посчитаем. Так, security 16. Все правильно вроде. Инженеров 23. Так, давайте 12, 14, 34, 34, 36, 57, 57, 90, 113, 123, 133, 140, 158 вроде ровно, да, все вышло? Привет, Алексей. Давайте еще раз посчитаю. 20, 30, сначала десятки, короче. 10, 27, 30, 40, 55, 67, 68, 80, 96, 106, 107, 132, 124, 134, 137, 138, 149, 140, 141, 144, 145, 146, 158 ровно вышло все. 158 человек ровно вышло. Кто такие разведчики? Те, которые отправляют исследовать какие-то определенные это, которые собирают это, они не относятся к учёному. Они больше к инженеру и техперсоналу. Они должны и в машине разбираться, чтобы тот же отец мог быть Джорданов именно техником, что он разбирается по машине. А мать собирать могла породу, вот это все, измерять, что там нужно, да. Поэтому отправляют вдвоем, но их отправляют вот так вот, они отвечают за разведку, по сути. Это я просто их разделил, чтобы знать, кого куда отправлять. У нас ровно 158 человек вышло сразу же. Что-то можно куда-то менять. Сейчас давайте посмотрим. Так, инженеров должно быть больше всего. И вот так и есть. Технического персонала 18, уборщиков можно поменьше. Хотя ладно, здесь нормально. Офисных работников, мне кажется, маловато. Но не знаю. Просто по сути... В гараже уменьшить 6. Нет, 6 человек на гараж, это техника большая, там нужна все-таки, чтобы народ был хотя бы 6 человек. Меды, научные, медицинские, 18 вполне. Я просто так, сейчас ты, если заметишь, у меня разведка вообще разве написана. Майкл.
серьезно, я знаю, как пишется children's. Children. Дети. Я просто так написал. У меня убор. Есть такое слово убор? Переведи мне его, пожалуйста. Или разв. Или парик. Или пов. Серьезно. Так. Смотрим дальше. Вот, мы разделили народ 158 человек, пока все. Если считать для демки, нам все не нужно, надо рассчитать, где кто именно у нас по-нашему. Местонахождение, господи, мышка с двойным кликом, это такое говно. Ах, давайте возьмем новый слой. Новый слой. Поменьше сделаем. Так, нормально, видно. Сейчас, где? Да, все видно. Пов есть. Ладно, я тебя понял. Редкин. Так, смотрим. У нас гидропоника. Вот. Сюда двое человек, да? Ну, допустим, в баре. У нас сейчас, я изменил уже, убрал народ с бара. Не весь еще уберу, потому что сейчас рабочее время. Поэтому, по сути, вот наши... Где у нас основные, да, происходят? Вот здесь вот наше основное происходит действие демки. Это бар, этот переход гидропоника, этот, ну и подземка. Подземка занимает где-то, чтобы вам не соврать, так, лифт, та-та-та, где-то вот так вот подземка занимает. То есть подземка даже больше, нет, вот тут я, наверное, переборщил, где-то вот так вот, этот подземный уровень. Нам надо рассчитать, что... господи, ты что это один рисовал? Двое здесь, в баре. Кто точно есть? Трое этих есть, плюс ночная смена. Ну, допустим, здесь будет 5 человек, да, у нас в демке. В баре. Детей, наверное, пересчитывать не стоит всех, но у нас дети все в жилом комплексе. Сейчас, так как идет рабочий день, дети учатся, сидят с этими. Казино мы пока не берем. Вот это все я сохраню, чтобы потом полностью расчитать. Большинство народа у нас здесь будет. Естественно, ни в одном комплексе не будет такого скопления народа, как было показано в фильме, в командный центр. Там просто всю массовку навалили на две комнаты. Для такой колонии и всего 158 человек сюда сотни. Это как-то странно. Когда у нас будет постепенно открываться, то есть вот этот комплекс у нас внутри будет еще идти стройка, то есть стены будут половина, будет торчать провода, пустые могут комнаты, здесь именно будет видно, что идет стройка, даже дыры может в полу, потому что вот. То есть этот комплекс сильно нам не надо будет заморачиваться именно с этим, его какими-то определенными комнатами, наполнением, но при этом... Визуально он очень будет отличаться, он будет самый такой, то есть даже геймплей на немножко другой. Так, ну допустим, так, у нас трое учатся, трое сидят. А, ну здесь у нас сейчас один учитель, который сидит, и бэбиситтер должен быть, да? Так, не надо писать сейчас. Я не беру нашего персонажа в обиход, сколько человек я примерно планирую в комплексе. Гидропоника, скорее всего, даже один будет, не два. Ты можешь под этим азом тут нас... Андрей, спасибо большое за поддержку. Не обязательно так. Сейчас. Спасибо, Андрей. Я тебе еще в прошлый раз хотел сказать, не обязательно так официально подпись ставить. Ты можешь там написать, что хочешь в подписи. Просто задать вопрос, привет передать или какую-нибудь гадость написать. То есть не обязательно прям так официально и так понятно, куда поддержка идет. Спасибо огромнейшее. У них могла быть у кого? У них могла быть встреча либо рабочее совещание. Это все... У нас основа это совещание, вот такие вот это в центральном. То есть,
как немножко, то есть, чтобы понятнее, то есть жилой комплекс, вот он, да, у нас. Это у нас гараж, казино, командный центр, где у нас медицинская, научная и, можно сказать, вот эта вышка, с которой управляется все. Это у нас строится. Ну и здесь будет основной пост охраны. Хотя, я вот думаю, скорее всего, я его перенесу в центральный, что логично. То есть у нас в каждом есть охрана и небольшой пост, ну, где охранник может там что-то сделать. Но основной пост будет, скорее всего, в центральном, где будет как раз для совещания вот эти все общие комнаты, та же библиотека, что-то еще. Здесь больше офисные, бумажная волокита, ну как в фильме показано. Здесь у нас будет спортзал и подготовка для охраны. Вот надо вот забить еще будет вот эти маленькие комнатки, но это потом уже придумаем что-нибудь. Когда мне донатят, ты спасибо не пишешь, потому что тебе не донатят. Шучу. Я понимаю, медики ваши. Там вообще-то медики и командный, и научный персонал. Господи, вы что, в глаза долбитесь? Med and Lab. Ладно, я переименую. Как там? Как science? Как пишется наука? Ладно, пусть лап остается. Эй, клавиатура не отключайся. Продолжаем разговор. Да, здесь нет модераторов у меня. Так, сейчас, подождите, почитаю. В общем, у нас 12 детей. В жилом отсеке сейчас может быть не быть двое. Точно нету Ньют и Томми. Сиена Пешага. Так, плюс так 6. Короче, 8 детей. 9, 10, 11, 12. Ну, в общем, на демку где-то расчет, что здесь 17 человек где-то. Считаю вот с этим вот. Вот на этот отдел. Стоп. У нас же еще. Я забыл парикмахера. Хотя бы один должен быть на месте. Там был. Ту-ту-ту. Так. Напиши в два ряда. В чем проблема? То есть, в смысле, зачем мне писать это сейчас? Я это для себя сейчас делаю. Так. Улица. У нас есть улица, у нас есть рабочая техника, которая, то есть, вот здесь стройка будет идти, я там еще допилю. Дал его дизайну. Так. Это у нас больше технический инженерный персонал. Ну, короче, на улице пусть будет человек от силы. Ой, блядь, не видно сильно. На улице у нас 8 человек. И, так, а технически, на техническом уровне максимум будет 5 человек. Это нижний уровень. Получается у нас 32 NPC на демку. Дохуя. Не считая нашего персонажа. Ну, это еще не считая этих пятерых. Надо уменьшать. До хера. Ну, в принципе, ладно. Тут я расчетом 8, что тот, который едет вот в этом, который управляет форклифтом, это тоже считается. Получается, остается сюда 6 человек. Не, дохуя все равно, дохуя. Лишний народ тоже не нужен пока что. Пусть будет 6 человек у нас. Для демки нам больше не надо. Или надо, я, короче, хер знает. Мне главное вот сюда определиться. Так. Раз, два. Еще за сюда, да. Здесь 5 нормально. В гидропонике вообще, скорее всего, один в демке будет. То есть, это получается у нас сколько народу? 11, 13, 18.
28, 35 человек из 158. Да господи. 30... Это значит, еще где-то 120 лишних человек уходят. Ну, в принципе, для демки нормально, я думаю. Ту-ту-ту. Окей, пока оставим так. Сейчас я закрою. Где у меня? Сделал еще пару персонажей, я разобрался наконец, смогу нормально NPC делать, а то я не мог больше. А гидропоника не маленькая, там же не надо грядки копать, там просто следить за этим надо, записывать эти, зачем туда больше народу. Два человека посменно работают, в принципе. На один раз час одного хватает, зачем? Что там может случиться? Пожар? Ну сейчас посмотрим. Давайте, сейчас я запущу. Клубнику жрать. Ну, специально, я специально сделал костюм белоснежный для работника, чтобы видно было, если кто-то сожрет клубнику, на нем отпечатки останутся, так что не проканает. Сейчас посмотрим. Если, конечно, прогрузится. Здорово, Суперхантер. А, всем привет, присоединиться. Культивировать. А, гидропонику не надо культивировать. Привет, Дмитрий. Чё, ты грузишься, нет? Отключу Unity, чтобы прогрузилось. Тебя сразу просто пристрелят. Позовут охранника и без суда и следствия просто застрелят, если ты сожрешься клубнику. А если ты тронешь еще огурчики? Или на помидорку даже глазом посмотришь, все. Считай, на этом игра закончится. Долго грузит что-то. Сейчас пытаюсь разнообразить, блин, на самом деле хочется такие вот сделать еще модели, вернее, одежда, чтобы как-то выделяла строитель, который уже видно поработал смену. Знаете, когда там закатанные рукава из-под брюк одна, то есть рубашка одна, эта штука торчит, то есть не заправленная, как-то вот так вот. Но, блин, такой просто, это надо самому ее делать, это время. А так все однотипные получится, тоже неохота. Ну давай, грузи уже. Я стою на месте, что за лаги? Сейчас. Я просто еще не включал. Так. Тут у нас мужик ходит без дела. Здесь вот у нас, да, дети? Есть 6 человек детей. Учитель один раз есть. Господи. Мужик мимо прошел. Ну,
Одна, которая, скажем, с ночной смены, здесь у нас вот стирки занимается. Коридор надо чуть заполнить, нам не нужно этот. Да что такое? Стилджек, привет. Без обид, иди в жопу с такими предложениями. Ну, если что, это шутка. Ну, ты понимаешь, что ты просишь от меня. Так, здесь у нас комната отдыха, сюда потом можно добавлять детей. Здесь у нас мадам в декрете смотрит на свою руку. Или она общается с этой. Ну, это потому что у нее анимации еще нет. Мужика в баре, который ел и читал, я убрал в столовку, потому что, ну, это тупо смотрелось, что он там жрет. Сюда еще добавится народ. Ты жирный? Я за тебя пройти не могу. Ты чё тут жрёшь? И грустит, у него книжки нет. Тут вообще пар должен идти, но его нету. Сейчас он, видать, вырубился. Там уже повар появился, изменился стол. Вон есть эти кастрюли, короче, все есть. Я даже покажу вблизи, как все это выглядит. Алексей, ты каждый стрим будешь эту шутку про него вспоминать? То есть тут вообще просто, видать, я забыл убрать, он уничтожился. То есть у нас все тут вот есть, наборы всякие, дополнительные. Короче, тут все будет происходить пока без анимации. Как все это готовится. Это тоже с решеткой. Хотя вы туда не попадете, но почему нет? Что там за борщ слева? Чем борщ? Какая-то, не знаю, еда. Не очень она аппетитно выглядит, но, видать, очень хорошо. Вот давайте спросим. Вкусная еда? Чё жрёшь? Кашу или что? Нет, он пюрешку жрёт, видите? Ну, жри же, господи, какой ты толстый. Вообще, где библиотека? Не здесь. Как ты так его книжкой-то обделил? Ну, я забыл книжку принести. Так, дальше что у нас? Здесь все понятно, здесь мало чего изменилось. У нас здесь будет, то есть, еще уборщик, скажем, технический персонал. И кто вот дома еще сидит, да? Теперь больше книг еще, чтобы все прочитать, да? Я же сказал, я же говорил, где будет это находиться. Вот буквально 10 минут, наверное, не прошло, как я это говорил. Почему вы так со мной? Аж игра зависла. Почему вы меня не слушаете? Я завис. Я не знаю, почему он здесь завис, на этом этаже здесь завис. Это самый не лагучий должен быть. Ну, потому что я первый раз запустил. Unity вообще. Вернее, ноут уже вообще не тянет. Диафильм, ага. Так, здесь у нас также вот технический персонал, вот этот у нас работает туда. Мы у него тут полазить можем. А что это за игра, сам делаешь, что ли? Нет. Ты чё? Чё за глупости говоришь? Китайцев своровал, выдаю за свою работу. Пытаюсь наживиться, но что-то никто, блин, не кидает. Не выходит что-то. Ну вот, не тянет. Китайская прошивка. В комплекте шла еще летучая мышь, но я отказался от нее. Так, на верхнем этаже. То есть нам на три этажа надо будет этих. В принципе, нет, 17 человек, как я написал, нормально. У нас тут три этажа плюс дополнительные. Как раз
оно будет хоть и пустовато выглядеть, потому что сейчас рабочее время, в жилом секторе не должно быть много народу, но и хотя бы будет какая-то жизнь. Так. Здесь надо плакаты новые. Просто пока ставил, у меня плакатов категорически не хватает. Этот ходит, открывает двери, за собой не закрывает, ублюдок. Так, сюда надо одну, как минимум, которая парикмахер именно. Так, зеркала сейчас специально понижены, качество до 512 пикселей, и все моргает, так что не волнуйтесь. И... Так. Боже мой, от каждого поворота просто у меня зависает все, меня тоже заебало, сейчас слово. Слов нету. Простите, что матерюсь, но у меня уже слов нету. Да что это? Просто повернуться не могу. Я могу его принудить, но не хочу. Пусть ходит, открывает двери. Сюда тоже надо. Плакатики всякие. Технические. Но мне сейчас главное NPC всех остальных заставить. Так, эта-то, наверное, уже ушла. Там с этой, конечно. У нее уже стирка закончилась, пока я тут бегаю. Здесь у нас уже есть, вот. Видите, ее костюм. Мадам. Вы мадам? Вы высокая мадам. Вот. То есть, клубнику ей не пожрать. Сразу засекут, просекут, уволят и выкинут. Купи новый комп. Вон, докинь все, что там осталось, я куплю. Ты ж у нас YouTube-звезда. Это денег полно. Так, здесь все, там у нас проход между северным и этим. Он закрыт как раз. Интересно, в Unity работает, если зеркало против зеркала писать, а в чем проблема? Господи, что ж за тормоза-то такие? Так, этот на месте. Обидно. Ну тогда не надо такие глупости, говорит Кент. Ты ж, я думаю, ты, конечно, давно уже не заходил, не следил, ничего не спрашивал, но о ситуации ты и так знаешь. Я тебе мешаю, прости. Я запыхался, я не могу за тобой успеть. Сейчас, к сожалению, ну, вы можете посмотреть на измененное. Но вы не увидите выбора, потому что в маленьком окне оно сейчас где-то 400 на 200, которого вы увидите. Его не видно выбора. Как дела? Но выбирать можно. Пока, естественно, без озвучки анимации. Вот сегодня-завтра уже будем приступать. Ты чего тут бродишь? Видишь, какое. Еще спрашивают, что я тут делаю. Так, интересно, у этой стирка закончилась? Это должна была. Хотя нет, дверь закрыта. Ты до сих пор сидишь там? Она закрыла за собой дверь? Не верю. Книжку оставила. Филипп Дик. Сука, постирала и убежал, даже дверь закрыла за собой. Так, ладно, все. Так, еще сюда одного-двух человек. Туда никого не надо, технический персонал. В столовку еще двоих. И тех, которые циклично ходят.
тебе изменить это. То есть, вот у нас летающие люди, видите, нету гидропоники, она стоит. Это ей наказание, она попала в чистилище за то, что клубнику жрала. Так, остальные люди у меня, так, здесь все есть, этот самолетик изображает. В это у нас все есть. Мадама. Даже когда анимации отключены, мадама беременная сидит. Мужик стоит. Так, этому надо. У него очень. Вот из-за этой хероты я не могу продвинуться из-за коллайдера. Оп. Вот так вот. Здесь, где у меня. Почему они уничтожаются? Так, стоп. Даже добавил, да, вот она. У них дестрой стоит? Да, Steam Destroyer мне не нужен. Все, пусть работает. Ты будешь готовить, мадама. Так, еще у меня работника 2 есть. Надо им текстуры только прописать, еще ничего не сделал. Так. У них уже всех имена есть, все есть. Там мэн должен быть. Ты о чем? Что опять не так? Где? Так, это... Чё? Угу. Так, не понял немножко. Сейчас прогрузится. Так, это у нас что? Это обычная одежда. Да, да пожалуйста, не тормози, ёпта. Где мои дополнительные персонажи? Так. Вот у нас еще один. Прекрасное у него прозрачное тело. Какие зубки. Такого его оставить, пусть ходит, пугает людей. Ладно. Нужно ему задать эти. Ну так, у вас как дела? Что молчите? Где ваши обещанные вопросы? Ни одного не слышу. У Алексея 10 должно, Алиса сказала, подготовит. Майкл там что-то хотел, которого ушел, и нет его, видать. Шапочка, ботинки. Как же мешает двойной клик? Перетягивать неудобно иногда. Так, ботинки есть, все. И шапка. Я думаю, этого хватит. Так, топ. NPC.
Это не вопрос, это клавиши и так удобные, уже это 100 раз обсуждали. Если у вас проблемы нажать две кнопки, это проблема как-то, мне кажется, все-таки у тех, кого не может две кнопки нажать. И то я сказал, что я поменяю на одну. На Е включить эту, выбрать, и на Е же ее отменить. Ну блин, извините, это уже издевательство. Блять, делай по хардкору, все, а тут, блядь, две кнопки, ой, мне тяжело. Нам непонятно, как играть. Стыд и позор. И это еще самая легкая головоломка из всех придуманных. Учитывая, что еще справа написано управление, что делать, куя. Но никто же не смотрит, даже когда перед глазами написано, что делать. Люди не понимают. Так, топс. Ты выберешься, нет, или так будешь зависать? Ну я так и понял, все, самому проходил. Просто меню сделать и при запуске новой игры просто фильм «Чужие» включить. Че париться, сидите, смотрите. Ну просто куда может быть проще управление VAST и QE, все просто под руками. Никаких лишних кнопок, никуда тянуться не надо, ничего, это все под руками. Нет, нам тяжело. Теперь рост ему надо правильно подобрать. Ну блин, не только же надо один раз вот использовать будет этот, и все, и только так. Естественно, будет разное что-то. Оставить карлика. Пониже ростом будет. Ему мы карлика дадим. Так, у него волосы слишком светятся. Цвет волос может сменить ему. Слишком черный сделан. Или нормально. Хер его поймешь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Осталось 3 человека. Маловато, маловато на самом деле. В люди. Если считать детей. Так, сейчас я отойду и вернусь.
Я тут. Что у нас там в чате? Ничего интересного, как всегда. Да. Так, ну отвечу пока все равно. Потом посмотрит Майкл на его вопрос. Как на него вопрос, а его предложение. Я даже не смогу сформулировать точно, что он хотел. Во-первых, как может быть устаревшая диалоговая система? То есть она, когда ты просто хочешь и можешь поговорить с любым NPC и отвлечь его от работы, естественно, будет стоять разговаривать. Это в движении просто не сделаешь все постоянно. Можно, например, если это какой-то важный сюжетный диалог или просто для какого-то задания, или что можно сделать, чтобы вы, как во многих играх, разговаривали, да, шли и разговаривали. Но когда у вас просто есть возможность поговорить с каждым, и это дает право выбора, не понимаю, в чем здесь проблема. Но это также не отменяет того, что какие-то диалоги, какие-то действия NPC будут зависеть от ваших действий, не только от вашего выбора диалога. Например, то есть, как самый легкий пример, как я чаще всего представлял, что типа вас могут предать, там из-за психики, вот это все. Или вы можете, да, предать. Вам же не надо будет это выбирать в диалоге. Я тебя предаю. То есть это все будет зависеть от вашего действия. То есть вы там выстрелили в ногу или еще что-то, или закрыли дверь перед человеком, который бежал, чтобы спастись. Естественно, здесь это также будет некоторые от чего-то зависеть. Не обязательно, то есть брать какие-то задания диалогом, и что-то будет зависеть только от диалога. Как пример тоже. Вот у нас мадам стирает. Она, стирка заканчивается, она оставляет книгу и уходит. Вам нет никакого задания, но вы можете взять книгу и успеть ее выловить на пол. То есть вообще не выполнять или взять книгу, отдать ей, пока она идет до дома, или если знаете, где живет, отнести ей, что она забыла книгу. Можете этого не делать. И это как-то может повлиять или нет. Но это не значит, что вам надо сначала диалогом, к вам она подойдет, ой, я забыла книгу, принеси, и ты да, нет, отвечаешь, нет. Это все будет именно в таком стиле, что ну, выполнили, не выполнили. Какие-то будут, опять же, человек там что-то просит или с вами разговаривает, вы перед ним дверь закрыли, все, диалог закончен. Так, ты у меня не низкий. Нет, из меня ростом, в принципе, нормально. Ножку подогнул, у него анимация отключена. Так, пожалуйста, только наушники не грызите. Они у меня последние. Вы все наушники перегрызли уже. Здесь у нас все есть. Мистер Пончик. Пончик можно разбеременной положить. Я от нее сигареты подальше убрал. А пончик можно подложить ей. То есть странно, что вообще я не понимаю, когда есть разнообразный вид взаимодействия, и он как бы нелинейный, как можно вообще жаловаться на это? Да? Я понимаю, что может какое-то недопонимание или еще что-то. А также еще, как написал тоже Майкл, что когда ты стоишь, делаешь выбор, это замедляет повествование. Потому что как на паузе сидишь, ждешь, чтобы выбрать. Ну так у нас и не экшен, не шутер какой-то мясной, что без остановки. У нас размеренный проект и такие вещи, если идет диалог, то я не вижу в этом проблемы. Потому что я говорю, если убрать диалоги, оставить какие-то просто... Подошел, нажал Е и тебе просто сказали перейти. Ну знаете, как во многих играх, когда NPC вообще не важно никак. Вы не можете с ним поговорить, только подойти, нажать, и он скажет вам «проходи» там, или «привет», или еще что-то, и нет никакого варианта ответа. Но это на уровне изоляции реально выйдет именно с этой технической стороны, что NPC будут просто болванчики, или которые агрессивные, или без надобности, а у вас только геймплей, что вы ходите и дергаете за рубильники. Уютная комнатушка, ну, надеюсь, да. Так. Надо дальность прорисовки сделать. Вот здесь чуть-чуть не хватает. Когда стоишь в самом углу, та стенка черная. Так. Плюс, естественно, будет взаимодействие. Не обязательно к тебе могут подойти и начать разговаривать. NPC будут между собой разговаривать. То есть
А командование персонажами, которое будет именно проработано в большей степени в третьей демке, там она, по сути, на тех же кнопках будет реализована. Там не сильно это будет отличаться. Так, что у тебя там? Где? Сколько еще стираться будет машинка? Еще 1,5 минуты. Я ускорю, включу турборежим. 10 секунд осталось тебе. Звука вряд ли будет слышно. Звука не слышно. Книжку оставила. Надо качество книги. Господи, на месте не ходи, пожалуйста. Надо улучшить качество, чтобы видно было. Там у нас это Филип Дик мечтают для андроида об электроовцах. Слышь, мадемуазель, говори со мной. Мне нечего ей сказать. Все работает. Ну, человек просто редко играет в игры, может, так кажется. Сравнивать просто не с чем. То есть, ну, я не знаю, просто его сейчас нет конкретно, что он имел в виду и как ответить. Я не могу. То, что я понял, я надеюсь, я ответил, и понятно, как все это будет реализовано. Вот сидит мужик, ест, не обязательно говорит, он не дает никаких заданий. Но возможность вообще с ним поговорить, перебить его, то есть просто что-то, может быть, узнать. Как я говорил, будут некоторые дополнительные задания, которые не будут у вас высвечиваться, что вам надо это, их выполнить. То есть не появится иконка или у вас в PDA, что доп. Задания сделайте по диалогам, как дополнительным, по действиям. Можно пройти будет какую-то цепочку, можно сказать, сюжетную дополнительного задания, которая не будет у вас никак высвечиваться. И будет зависеть, ну она, то есть не обязательно, но вы ее можете пройти, если все делаете именно вот как написано. То есть вас не будут тыкать носом в это. То есть и такие задания будут, и такие задания мне даже больше нравятся, но их много не сделаешь. И, как я сказал, если люди не могут разобраться в двух кнопках, чего уже говорить про то, чтобы как-то усложнять им жизнь в этом. Так. Почему ни хера не работает? Объясните мне. Я что, забыл брать? У меня тут на днях 2 раза или 3 крашился проект полностью. Прям с ошибкой вылетало. Так почему вот ты не работаешь? Панель Doors. Почему ты не работаешь? Я Canvas отключил. Нет, Canvas я не отключал. Панель Doors. Все работает. Box Collider. Его ничего не перекрывает. А почему же ты не работаешь, скотина? Canvas включен. Canvas тот включен. Панель. Да, Canvas включен. Так в чем же твоя проблема, мудила? Я понять не могу. Эту дверь я... Это странно. Панель Doors. Ёб твою мать, я забыл. Сейчас. У меня же теперь персонаж игнорирует бесслойные объекты. Это чтобы можно было ставить всякие триггеры, и он на них не отвлекался. Эту штуку можно будет включать-выключать. Ёжика не будет. Алексей с своими глупыми шутками про этого не заслужил ёжика из-за него. Теперь ёжика не будет в проекте. Скажите спасибо большое, Алексей. Не, ничего не удалил. Так, сейчас. Здесь у нас что засвечивается? Player, door, value, C, block.
Это... Ой, вот там. Блок. Так, так, так. Без ежика, да, без ежика, все. Алексей провинился. Что тебе там полис департамент не нравится? Где он? Join in security. Вполне хватит. И без департаментов всяких. Ни у кого что-то насчет этого не было, по-моему, проблем. Если у нас in the future together. Headless hope. Stop working and all drunk and drink. This real beer for real man. Как мне это называется? Этим не я занимался. Но жалоб насчет постеров я не слышал. Так. Я уже не сохранился, даже сюда нет. Игорь, спасибо большое за поддержку. Ничего не вижу, что написано. Сейчас посмотрю на стриме. Я надеюсь, на стриме я увижу. Но у меня стрим завис. Так, а чё стрим в таком качестве говяном? А, это не говяное качество, это говяное качество Unity. Простите, пожалуйста. Неудивительно, что такой графон у вас, когда на полный экран включаешь, а, такие пиксели. Женские персонажи будут красивые, сексуальные. Чё? Не, все будут жирные. Как Кентек. Все было отлично, Стерн, до того, как ты пришел. Давайте, я не знаю. Могу я сделать захват экрана? Да, на низких качествах, конечно. Но я могу сделать отдельное окно вот этого. Сейчас. Что у вас показывается? У вас показывается явно не то, что мне надо. Фотошоп до хера включен. Так. Это не то, что мне надо. Так, захват игры. Unity. Захвати мне большой экран, пожалуйста. Что это за черное пятно? Он его захватил. Вот у вас теперь хотя бы будет качество получше, надеюсь. Скажете, качество сильно изменилось от того, что обычно или нет. Сейчас я запущу. Просто обычно развернутое окно надо открывать в отдельном окне, а его обычно BS не захватывает. Но сейчас захватил, может хоть чуть-чуть получше будет выглядеть. Конечно, у меня, наверное, тормозов будет больше. Но это все равно на низких настройках, самых низких сейчас. Но хотя бы не такие пиксели, может, будут. Сейчас я проверю сам. Базу не дождешься. Уже там все это прошло. Привет, Бильбо. Ну, чуть получше, по-моему, но все равно пиксельно все. По-моему, пофиг, какое качество. Ну, не знаю. Так, куда мужик убежал? Наверх. Мы там пиздец, блядь. На месте ходит. Он с ума сошел. Нет, не ходит. А что ты делал? А ну рассказывай. Тупил, да? Тупил? Признайся. Тупил же. Смотри на меня, тупил. Я ж вижу по твоей роже наглой, тупил.
Блин, так еще спрашивают, что я тут хожу, хочу и хожу. Так, это тоже не открывается, потому что не тот слой стоит. Так, ладно, с популяцией мы разобрались. Пар там теперь идет, он готовится что-то. Мадам? Мадам, я вас удалил, что ли? Я чуть не понял, а где мадам повариха? Я, видать, ее случайно удалил. Ну, значит, можно халяву жрать. Будем жрать на халяву. Не спи, ты же смог, спал, у него уже сожрали все. Да-да, с тобой можно поговорить? Ты же NPC или я не ставил тебе NPC? Мне с тобой нельзя говорить, пока что. Слышь, дай картошечки. Да, картошечки, да? Да мне надо было дать шабель. Такой же, как 95% подписчиков что-нибудь просишь, а он сам только жрет. Эх, ладно. Так. Мне теперь надо сделать анимацию вот этим, прописать текст, вернее, скидывать уже на озвучку. Сюда хватит 17 человек. 1-2 в гидропонике, на улице 6, в баре как минимум 5 будет, да? И внизу 4 или 5. В принципе, с этим закончим. Так, можно пока отключить. 13 человек и опять чат мертвый, да? Окей. Так, сохранить. Блин, сейчас я проверю, куда я мадам делал. Силджак, спасибо большое за поддержку. Да, я удалил мадам. Мужика поставил, а мадам удалил. Прости меня, пожалуйста. Мадам. Ну, ничего страшного. Найдем нового повара. Чё нам? Вроде нормально, да? Сейчас. Мы вроде живы, вроде. Только приходит стерн, сразу же чат умирает. Все дохнут, просто как мухи. Это странно. Сохранить.
Так, я тут. Алиса, спасибо большое за поддержку. Есть ли у кого-то технические вопросы, как, что, почему, а будет ли, а не будет ли, вот по всем темам, чтобы не было больше недопониманий, как у тех, кто о проекте не знает, увидел один ролик и думает, что он все о проекте знает, что все это интересная копирка изоляции и так далее. Я сейчас сам немножко еще объясню по всем позициям. А вы там скажете, может, у вас появятся вопросы. Сейчас, секунду, чат только включу. Перевернись, пожалуйста. Так. Уже 20к собрали. Ну, да, 90% из этого Dark Evil поддержал. По поводу иммерсивности проекта. Это не значит, что все ограничивается только диалогами. Взаимодействие с объектами, выбор ваш, не только диалоговый, но и то, что вы делаете, естественно, будет влиять. То есть разнообразия будет много. Сделали вы дополнительное задание? Нет. Помогли кому-то? Не помогли. Поговорили, не поговорили. Что-то нажали, там что-то сделали, кого-то, оказывается, случайно подставили, от этого все много чего зависит. То есть разноплановость и выбор не будет только на одном, на одних диалогах. Это было бы глупо. По поводу... Что у нас? Стелс-хоррор. По поводу чужого. Чужой не будет всегда вести так, как в этой демке. Будет еще допиливаться разнопланово, то есть будут разные ситуации, под которые можно будет как что-то переделано, допилено, то есть его вот сейчас поведение, это больше вот как для одного персонажа, как только начало. Естественно, когда будет чужих больше, когда появится возможность обороняться, как-то можно сказать, избавляться от чужого. Это все геймплей будет, естественно, меняться. Также будут заскриптованные сцены. Какие-то, может, даже будет, я не знаю, убегать от чужого по каким-то этим, успевать. То есть, может сказать, заскриптовано, что он за вами где-то бежит по каким-то этим. То есть, разнообразить геймплей тоже буду. Это не чисто вот так вот. Прятки будут. Когда вы знаете чужой, что вас ожидает один геймплей только. Вам надо прятаться, как в изоляции, и это нет, этим все не ограничится, естественно. По поводу тактики персонажа, это не только стой, иди за мной, там спрячься, тоже все зависит от того, кем управлять, то есть когда вы спасаете, когда вы будете на этих, как на вылазках, когда вы будете обороняться, то есть все тоже будет разительно отличаться. То есть то, что показано сейчас, это лишь часть геймплея. Не надо делать выводы, то, что если я что-то не показываю или еще даже не рассказал, что все, что вы знаете о проекте, что все, это окончательно это и больше ничего не будет. То есть показываю вам диалоги, значит все, только диалоги. Показываю вам чужого, который за вами бегает, убивает, типа все, чужой будет вести себя в игре только так. Например, в первой демке были компьютеры, здесь их сейчас нет. Раз их нет, это не значит, что их не будет в принципе. Я не показывал, как работают фиткома. Это не значит, что они не будут работать. Не было еще никаких вам, мечтая одного отрывка в одном ролике, этого погрузчика, значит что, погрузчика не будет? Нет. То есть, как я говорил, все постепенно. То есть не, план основной есть, что вообще делать, как, что делать. Но а чё ты вылез-то? А какого хрена? Свет-то... Он решил не ждать. Ну это, Алиса, это тебе понятно. Как я вижу, что большинству на самом деле ни хрена не понятно, к сожалению.
NPC будут перемещаться? Конечно, будут. Ты имеешь в виду, когда спасать, например, если вот в эту демку я добавлю. Да, естественно, они стоят на месте. Кто-то будет прятаться, кто-то будет пытаться передвигаться. Может, вы найдете кого-то возле выхода запертого и так далее, что он будет это... Мне только интересно, по кому надо будет стрелять? По тебе. В зеркало будешь стрелять. Какие твои вопросы задавались? Я не понял, почему он вылез. Я понимаю, что я давно к нему не заходил, он, наверное, соскучился. Так, я сейчас отключу этот. Опять маленький экран сделаю, это сильно тормозит, я не могу ничего сделать. Надо Photoshop еще отключить. Я не понял, какого хрена это сейчас было. Я понимаю, он рад меня видеть, но... Не до такой же степени. Чужой отключен. Какого хрена ты вылез? Все, понял, почему он вылез. Шутерная составляющая. Третья демка будет тактическая. Шутерная составляющая. Но не знаю, что там... Надо будет чисто стрелять только. Там больше управления NPC, тоже сюжетное. Да, можно стрелять. Там, потому что уже будут моменты с обороной, когда уже все похуже становится. То есть, такой небольшой спойлер. В третьей демке уже те, кто выбрались из остальных, которые были в колбе, чужие, то есть... Первая пятерка, самая старшая, она уже почти будет сформирована в третьей. То есть сейчас у нас в демке только который, можно сказать, сын Джорданов, который из расы вылез, да? За Кейт вы помните, что эти лежали зараженные, и там чужой пришел, утащил, из новой вентиляции вылез уже. И в третьей уже будет так, что чужой, в принципе, будет уже не один. Да, ловушки будут, как помимо звуковых, как в изоляции, будет типа растяжек, будет еще что-то, естественно, все будет. А тебе травмат, вот тебе чужой стреляет, ага. Disney продала подразделение Fox News Game разработчику мобильной игры. Нет, не пробовал. А при чем тут они и Fox News Games? То, что Fox News Games не... Fox Next Games не является правообладателем на чужого. Это старая новость, и это ни о чем. Это максимум, что может значить, что ни хрена не будет игры от Cold Iron. Что она, по-моему, как и Alien Blackout, делали они совместно. Так что я не вижу в этом смысла. Чужого-то они не продали. Что еще? По интерактиву будет, конечно, естественно, больше. Третья баррикада надо будет строить. Там это посмотрим. Скорее всего, да, надо будет уже это реализовывать, смотреть, как. Может быть, они просто визуально будут так только. Ну, в общем, там посмотрим, как именно это по временным рамкам сойдет. Что там уже как бы все херово становится, но люди еще не совсем вдупляют, что им надо. Что охрана не справится, поэтому, может быть, мы увидим, как баррикады другие строят. Просто сейчас вот даже этот... смотрел свои демки, как же не хватает мокапа. Как хочется вот сделать прикольную анимацию, именно даже вот как обсуждали, вот как Майкл писал движение. То есть была идея давно еще сделать там, ну то есть у нашего Колина тоже есть друг, скажем, это вот тот чувак, который я поставил, да, в красной клетчатой. И что он идет спиной, так, руками, типа вот это все, ну, чтобы анимация выглядела живо, но я понимаю, что я просто это не осилю сделать, и анимации очень такие выходят. Как же реально мокапа не хватает.
Будет ли чужой нападать неожиданно, например, с потолка или как-то нападать на кого? На человека? Он так сейчас... Ой, на игрока и так может напасть с потолка. Что за... Это моя тень, ёб твою мать. И он не рандомно нападает. Вернее, не по скрипту нападает. На других людей, в принципе, на них также будет. Но, как я сказал, будут моменты все равно с чужим заскриптованные какие-то. Потому что сейчас, да, я хоть и говорю, что он это, он ходит по своим делам, но он пока... Очень мало объектов, с которых он его интересует. Почти всегда вы встречаете чужого, когда он куда-то идет, где-то ходит или что-то уже смотрит. Нет почти такого, что... Потому что, наверное, неправильно... Не то, что неправильно, не так стоят его некоторые функции, что... И сомневаюсь, что у кого-то была ситуация, что вы открываете дверь в комнату, а он там стоит, что-то обследует. Ну, потому что тайминг и анимации исследования разных предметов еще просто нету. А что с Immersive Sim составляющей? В смысле не делать это за Кейтона? И тут она, в принципе, тоже, вот, именно диалоговая. По сути, они все... Immersive Sim выходит, что даже вот в этой, то, что у вас есть право выбора, и вы сами решаете, как идти, и есть возможность что-то делать так, как я, например, не планировал, но вы это делаете, не баги используете, а просто иначе как-то, это и есть иммерсивность права выбора. А отдельная демка, как бы чисто, где основа именно выбор действиями и диалогами, это Закейт, я же говорил, она будет переделана. За Кейт основа Immersive Sim, здесь Stealth Horror, а за Фрэнка это... Этот... Тактика. Чужой будет выбивать дверь, когда будет на 100% уверен, что за ней кто-то есть, он будет ее стараться выбить, даже если услышит за ней просто подозрительный звук. А именно выбить он будет, когда она заварена. Сейчас он просто их, скажем, раскрывает. И... Пока что у него только при агрессии он начинает выбивать. Если он... То есть просто что-то... Когда к агрессии относится, то есть какие-то... То есть NPC и звуки или действия, которые не являются как обыденными, может так. То есть та же банка какая-нибудь или ловушка звуковая, естественно, он на это сильнее отреагирует. Если дверь выбить ему будет быстрее, чем обойти по вентиляции аккуратно. Ну тоже, кстати, там будет, скорее всего, выбор, что если он услышит звук какой-то этот, он может попробовать обойти, чтобы скрытно это сделать. То есть тут еще надо посмотреть, как ему дать эту возможность. Потому что когда он слышит вас сейчас, вот услышит, что вы бегаете за дверью, он ее начнет выбивать. То есть он... Потому что, скажем, он здесь стоит, вы вот здесь, естественно, он выбит, потому что ему это быстрее гораздо, чем идти вот в ту дверь, если она открыта. Потому что если не открыта, придется ее выбивать, лезть в вентиляцию и вылазить вот в этой вентиляции. Если не злить, да, то дать ему кофе, закурить, и он нормально все будет. Я забываю все время заново запечь, потому что место... Вот это вообще надо подвинуть, потому что когда вот это вскрываешь, оно не вскрывается. Еще поправлю... Сейчас, кстати, может быть, будет неправильно еще заново. Ну, все нормально. Короче, чужой интуитивно. Ну... когда сетка... Есть сетка, то есть передвижение для NPC, он всегда выбирает кратчайший путь. Но это можно менять, как я уже рассказывал, сложностью, то есть приоритетом. Например, если по потолку быстрее, но у потолка приоритет меньше... Господи. Кто бы это ни был, спасибо, я не вижу. Dark Evil. Ну, я не сомневался на самом деле. Спасибо большое, приветствую. Если, то есть, приоритет у него потолка... меньше, но по нему быстрее, он использует что-то другое, потому что ну, поприоритетнее для него. Как я это говорил, если чужой находится на земле и вас увидел, то я ему поставил, что приоритет именно пол.
даже если ближе стена или потолок, потому что когда он уже бежит по полу за вами вот так вот и резко ищет путь другой на эту, когда уже надо именно бежать, хватать, а не прятаться, обходить, это странно выглядело, ну вы сами помните. Когда будет вот, если честно, что меня больше всего пугает в ближайшее время, это анимации захвата NPC чужим. Потому что одно дело, когда это от первого лица, какие-то огрехи анимации можно, то есть то, что не видит камера, можно делать, а когда это вид сбоку, еще это, как я говорил, мне никогда не нравилось в изоляции, что чужой убивает людей и бросает трупы, где попало. А он должен утаскивать, и если честно, это я не. Я уверен, что это сделано, но не представляю, сколько это времени займет. И поэтому вот сейчас вот чужого надо чуть подправить, но я его пока не трогал. Я занимался именно, вот мы с вами сегодня посчитали, да, сколько народу у нас выходит. То есть здесь у нас 5 человек, четверых, пятерых, то есть надо будет спасти. Сейчас идет захват игры. Кодировщик перегружен. Да пошел ты, кодировщик. Unity Photoshop. То есть вот у нас. Работает? Работает, да? То есть вот у нас расчет мы сделали сегодня, популяцию всю прописали, в принципе. У нас вышло сразу с первого раза все верно, как я и рассчитывал. Я думаю, менять не стоит. У нас вполне по народу хватает, то есть 158 человек. Можно добавить еще людей, да, которые по контракту, недавно их в популяцию не добавляют. Сейчас. Чем еще нас удивить чужой, помимо того, что будет играть с нами в кошки-мышки? А вам обязательно сейчас? Да можно даже обычный вот ивент поставить, я говорю, что сбежать по прямой от него каким-то образом. То есть в обычной ситуации по прямой вы не убежите, но сюжетно, заскриптованно можно сделать такое с красивыми какими-то анимациями, да, дополнительными. Как вы по прямой уходите, успеваете, то есть, ну, которые адреналиновые сцены вставляют, да, или наоборот жуткие сцены, что вы... Как вот, например, сцена в изоляции, когда вы заходите, где бомбы стоят, и он падает, типа вас сейчас хватит, но все взрывается, и он почему-то убегает. Вот в такие моменты, то есть чужую можно добавлять именно в основной кампании, они хорошо разнообразят. То есть заскриптованность не всегда плохо. На что будет способен, помимо того, что будет запоминать расположение вещей, и что где лежало, будет прятаться в тени, делать вид, что у нас нельзя, вам этого мало? Во все, что ты писал, этого мало. Надо ему. Я не знаю, я хочу. То есть, ладно, это демка. Он изучает. Все равно хочу уменьшить, чтобы он ходил так по полу в открытую, сделать чуть потише. Все-таки добавить ему еще больше таинственности. Он слишком часто выходит прямо на свет. Мне кажется, это, конечно, игровая условность. Сделать его полностью тихим, бесшумным убийцей, как в первом фильме. Это с игровой точки зрения. Практически нереально. Потому что это будет тупо, что вы знаете, что что-то рядом есть, вы не видите, и вы видите его уже, когда он вас убивает. Это как вот мы с вами обсуждали, когда он сидит, прячется на потолке в тени. То есть, если никак не обозначить, что он там сидит, каким-то шипением или еще чем-то, то это будет чисто рандом. Вы не знаете, что он там есть, идете туда и умираете. Это, естественно, никому не понравится постоянно так дохнуть, когда вы вроде все делаете правильно, но... все равно убивают. Поэтому, но вот это, блин, во всем надо искать золотую середину. Все-таки когда делаешь по уже чему-то созданному, хочется и держаться этой вселенной и реализма, и при этом нужны геймплейные вот упущения, которые, чтобы геймплей был интересен. Что ты подразумеваешь по словам делать игру более дружелюбной по отношению к игру? Как это сказка? Я не говорил, что буду делать дружелюбно. Пошли все в жопу, у кого не получается. А если серьезно, ну да, то есть я сделал карту интерактивную, но это изначально планировал, что ее можно двигать. Вот общался с человеком, который инженером работает. Он вот смотрел летсплей, он карту сразу понял, что куда идти, просто даже смотря как человек. То есть не было затупков. Тут все зависит от людей.
Под всех не подстроишься. Это только если реально ставить какие-то эти, чуть ли не стрелочки, компас, куда идти. Добавлю визуального только левел, именно направление, это вот цвет, подсветка и так далее, с чем можно работать. Не трогай провод. Сделал симулятор быть убитым, что он делает раньше все, ну да. Подсказки. Я не хочу сильно, то есть хочется все сделать, чтобы оно было, как и говорил, изначально ничего не поменялось с концепта, что это от фаната к фанатам. По отрицательным комментариям сразу эти люди отсекаются от как бы основной базы, для кого делается проект, потому что которым людям просто думают, что это страшилка с монстром. Им эта игра вряд ли зайдет. Это именно для тех, у кого какие-то эмоции вызывает та же колония. Просто даже ходить, смотреть вокруг. Кому интересна именно вот эта сама ситуация с колонистами. Что не надо тупо бежать вперед и выполнить, потому что так сказано, как вот большинство проходили бету. Что вот вам есть, и все сразу бегут куда-то вперед, лишь бы пройти, толком ничего не поняв. Большинство типографический кретинизм. Ну и что мне за это? Сказать, ой, бедняжки. Так, у меня, кстати, датчика движения нету, да? Чё за свет? Считаю, что дружелюбность послужит большим порогом для вхождения специального игрока и не отпугнет его от проекта. Ну, нет, тут не, дружелюбность не для, как ты сказал, порог вхождения, а просто для, как сказать, правильного что ли взаимодействия игрока с проектом, потому что у меня практики-то нет такого, что прямо именно подстроить под того, как люди играют. То есть, когда ты делаешь сам проект, как бы оно ни было сложно, вот взять демку за кит, я ее знал наизусть, поэтому я не видел сложности найти морг. И по моей логике, как я представлял изначально, морг у нас в основном их делают, да, но в подвальных цокольных этажах, значит, на нижнем этаже и должен быть морг. Но люди не используют логику реального мира, когда играют в игры. И мне вот эти условности как раз вот надо сделать более дружелюбными, что недостаточно того, что я и еще пару человек понимают, как это должно работать. Надо так, чтобы все равно была какая-то общее понимание, что делать. Для тех, кто готов изучать и совершать ошибки, проходить еще раз, но его это не отпугнет. Как-то так. Я не буду ни для кого стрелочки, я сказал сразу. Если вам сложно нажать две кнопки для вас, то вы уже не являетесь как бы целевой аудиторией проекта. Проект бесплатный, проект от фаната к фанатам, по вселенной, что именно рассказать историю и все сделать красиво, в духе фильма, совмещенно с реализмом, но и чтобы играть было интересно. Если этого кому-то мало, кому-то подавая именно членик Battle Royale на эту тему, то уж простите, вам не сюда, идите играть в 500-й раз в изоляцию, или если вы еще больше казуал, играть в ВП или колонию Маринс. Господи! Вот я из-за музыки не слышал его. Он, видите, он по потолку, на потолке в тени прятался все это время. Он, вернее, он подкрадывался ко мне. И так вот игра и заканчивается. Ну и что, что современные игроки. При этом все бахвалятся, что они хардкорщики, играют в соус игры, да, а тут, видите ли, этот. Нет, более сложно. Вот как раз интерфейс не должен быть сложным. Он должен быть понятным. Поэтому вот диалоги, минимализм сейчас выбрали. То есть интерфейс не должен путать. Тут нельзя усложнять. То есть одно дело геймплей на что-то сложное, какие-то загадки, почему, например, так медленно вот это. Почему, по сути, не совсем для многих удобно управление на две кнопки, извините меня, той же загадки, и она так медленно двигается, извините, у нас ретро-сайфай. Это я не пытаюсь оправдать криворукость, что я не могу сделать более понятно, да? У нас ретро-сайфай, что техника такая, она как бы вроде как будущее, но при этом она
выглядит как что-то ламповое. И оно не будет работать так, как голограммы в современных фантастиках. Поэтому чем вот приходится вот так. Почему лифт скрипит, да, вот как у нас в каких-нибудь старых сталинках? Все это, в принципе, я во всем пытаюсь добавить логику и антураж, чтобы все это так. Это находится здесь или это работает так, потому что это и стилистика, и времена, и все. И, то есть, вот тот же пример, вот левел дизайна у нас третьего этажа, ну, короче, второго этажа и этажа Б в жилом комплексе. Наверху все лампочки горят, красиво все, там и живет основная администрация. Внизу у нас где-то лампочки не горят, порванные плакаты уже, стены разрисованы, там живет обычный народ. То есть, не, как бы не хотелось, даже в небольшой коммуне социальное неравенство, ну, извините, от него никуда не деться. И вот так вот. А вот именно интерфейс, да, интуитивно понятный должен быть. Это так же, как вот с левел-дизайном, с объектом, которым можно взаимодействовать. То есть желтый цвет, он должен как-то, ну, пока что мы выбрали желтый, ассоциироваться. Но учитывая, что у нас в AU и много значков желтых, может, это не лучший вариант. Например, вот у нас есть желтая штука, но с ней нельзя взаимодействовать. На самом деле, ее можно даже открыть, просто у меня нет анимации, скорее всего, я ее сделаю тоже, что с ней можно. Поменять цвет у этого вот надо. Вот, желтые эти, обычно, то есть они означают, с ними можно прятаться, за ними прятаться, да, вот у нас они есть. Далее, что еще? Вот эти, конечно, у нас желтым не выделены, но не знаю. Просто вот насчет двери, это моя больше прихоть. И опять же, это упрощение и усложнение. Многие говорили, что надо было нажимать на саму дверь, так типа удобнее, чем выцеливать. Ну, я многим уже объяснил мою позицию, и вроде как люди согласились, что при панике все это тоже влияет, что вам надо еще и нацелиться. То есть вы когда бежите, если вы будете бежать и просто тыкать Е, и она в любом случае откроется, ну, извините меня, это слишком просто, мне кажется. Не, мы сейчас про интерфейс говорим. Загадки — это другой. Интерфейс — это вот. Вот это интерфейс. Простите, что он такой. UI, то есть эти хотбары, там, ХП, выносливость. Вот это интерфейс. Вот это вот интерфейс. Тут все понятно, да? Вот это вот относится к интерфейсу. Я не знаю, что здесь вот сложного понять. Тем более сейчас, когда подписано, если посмотреть. Блин, надо, наверное, ее сделать, чтобы она еще побыстрее двигалась. Нет, она же старая техника, поэтому... Вот. Там подписано лифт. Я вот... Видите, написано, я не знаю, у вас видно, нет, потому что экранчик опять маленький. Лифт. А оттуда и пляшем, я не знаю, тут каждая комната, она понятна. Самая проблема всегда всех стройка, и они не могут понять, как туда попасть. То есть для этого нужна карта вентиляции, но я ее, скорее всего, делать не буду. Люди не хотят думать. Людям подавай. Потому что большинство, кто смотрят там вот ролик последний, думает, что это очередной инди-высер, хоррор с фонариком, или это копирка дешевой изоляции, то есть только прятки и ничего кроме этого. Выходите и прячетесь от чужого. Люди не пытаются разобраться в том, что не видят. Ну, блин, ну, что говорит об обычных, рядовых, даже не школьников, там взрослые такие, если абсолютно так же делают СМИ наши, ютубовское и вообще интернетовское, и любое. Не разобравшись в вопросе, не зная, где звон, они пишут устаревшую информацию или ненастоящую. Один кто-то крупно это напишет, остальные Ctrl-C, Ctrl-V ее выкладывают, и, естественно, все думают, вот написали, ну, значит, это правда. Зачем разбираться в вопросе? То есть, когда... Одно дело, когда ты видишь сбоку, да, и... А потом какие... То есть, ты не знаешь, что правда, что нет. Потом какие-то приходят опровержения, и ты тоже думаешь. Другое дело, когда ты сам с этим сталкиваешься, что, блин, у меня открыта личка. Я спокойно общаюсь не то, что с какими-то редакциями. То есть любой подписчик почти, если есть желание, может со мной и по Дискорду, и по всему общаться. То есть мне не сложно, если у меня есть время. А эти ребята просто даже не удосуживаются написать или узнать подробно, или найти, хотя бы зайти в группу и почитать последнюю информацию. Вот я сделал недавно вот эту большую публикацию, да, статью, где довольно-таки, ну, описано примерно, что, как и зачем. И сюжетная, и жанровая составляющая, и как вообще работа идет, с чего все начиналось. Зачем нам это надо? Нам же главное вброс кинуть и все.
это печально. Ну, если лень писать, что-то искать, зачем тогда вообще писать об этом? Я никак, вот это вообще не понимаю. Фокус-покус. А, он испарился. Да тут дело не в лени, тут просто на самом деле, я не знаю, зачем писать, если вам это не интересно. Дело не в лени, если бы людям просто даже было интересно, они просто это делают, может потому что других тем нету, но просто нет никакого абсолютно интереса у людей к тому, что они, чем они занимаются на самом деле. То есть большинство, не все опять же, многие ютуберы, я все время лампу забываю здесь убрать. У нас теперь здесь вентиляция, а лампа осталась. Новостные, они это делают, ну, чисто для заработка. Чего же говорить про всяких игровых, и это все, если творчество у нас и какое-то это уже не котируется. Поэтому многие не воспринимают проект, потому что думают, что он такой же однодневка, чисто ради хайпа, и я надеюсь на вас миллионы баксов просто каждый день зарабатывать. Люди уже не верят ни во что. Хотя, знаете, я тоже уже все меньше и меньше верю в человечество. Что-то как люди себя ведут. Кто-то там бегал, по-моему. Да, а что ее искать? Под каждым роликом, который скидывают видео, там есть ссылки на все, что надо. А что ты в дверь прошел? Или ты прополз? А, он присел, смотрел на банку и резко побежал, и он смог пройти из-за этого. Гениально. А. При этом небольшие какие-то, ну вот, как Владимир, который подкаст был, да, какие-то небольшие сайты, они интересуются, они берут интервью, они узнают информацию, спрашивают, что так и так, кидают на просмотр перед редакцией и так далее, вот это все. Крупным этого просто не надо. Побыстрее, побыстрее. Это, знаете, это как ютуберы, которые судят по новинкам игр, поиграв в них 2 часа, там, первый уровень не пройдя. Кто-то сейчас верит в человечество? Ну, хочется верить. Хороших людей не меньше, просто они ведут себя более спокойно и не светятся так. И не надо же, они не пишут комментарии. Стрелю им понравилось, здорово. Если очень понравилось, напишут. Или подпишутся, или в личку напишут, что им нравится. Вот, я не знаю. Просто вот опять же расскажу. Я надеюсь, это не секрет. Вот, я общался недавно с новым подписчиком, вот, который сегодня задонатил Андрей. Это не в обиду никому другому, вот, кто со мной давно. Спасибо всем, что за поддержку и все это. Но одно дело... То есть вы вот все поддержите проект, я имею в виду морально, вы говорите, да не слушайте, клево все получается, вот это все, это очень помогает, но то, как он к проекту отнесся, да, что это с эмоциональной точки зрения, как у него это отклик, проект с детства, как вот он мне это рассказывал, как на него вот это вот первый запуск демки, как что просто весь мир вокруг попал, и он просто там, вот это именно... что этот проект значим эмоционально не только для меня, но и для других. То есть не просто, а прикольный проект, да, мы в тебя верим, а именно вот человек рассказал о своей эмоциональной привязанности, может сказать, проекту, хотя он недавно только о нем узнал. Это настолько воодушевляет работать дальше, сильнее любой поддержки финансовой, наверное, даже. Потому что ты понимаешь, что ты делаешь не просто так, что вот фраза «от фаната к фанатам» — это не пустое слово. И просто на самом деле вот таких, именно таких вот комментариев, высказывания о проекте, вот честно, ни разу не было вот до этого. То есть люди говорили, что круто, они фанаты, им нравится и все это, и все здорово получается, и охуенно, и как угодно. Но именно рассказать о том, как это... Это сложно просто сейчас сказать. То есть и такого... Это реально, это просто здорово, это очень сильно мотивирует. Нужно сказать, чтобы перекрыли подачу пара.
что делаешь не зря. Ну, то, что я делаю зря, я так не сомневался. Даже если бы вы все мне дизлайки ставили, и меня бы стрелял один человек, или я вообще стрима не вел, а делал, я бы все равно не думал, что я делаю зря. То есть, если бы я делал только для других, я бы, да, вот, наверное, или делал чисто ради финансовой составляющей, или еще чего-то, я бы, наверное, еще в первые полгода бросил проект и даже не думал об этом. Что за звуки? Человек подобрал правильные слова, когда они были нужны. Это да, но такие слова на самом деле всегда нужны, тем более в наше время. Это точно. Чё за... Так, по технической составляющей вроде все рассказал. Всякие истории душещипательные рассказал. Сейчас, в общем, доделаю там еще анимации, NPC расставлю, надеюсь, все получится, тут уже поправлю. Если у вас еще вопросы или еще что-то задавать. Что? Вы его видели вообще-то? Он не бежал, он сидел, ждал, потому что, видите, анимация прошла, когда он сидит, ждет. Блин, без звука как-то даже неожиданно идет. 100 к морали, ну это минимум. 100. Александр, оправдываешься? Нет, тут дело не в том, что даже демку, а он видел до того, как запустить, он видел все летсплеи этой демки, которые и на русском, и на английском. То есть о проекте он немножко поузнавал, а потом вот я ему скинул, он поиграл. Одно дело, ты видишь, как делается, в другое просто... Кто-то из вас, я не знаю, вот почему вы подписаны, кому-то нравится тематика просто чужому, кому-то нравится, может быть, то, что проект в таком стиле, что делает один человек, и вам нравится именно вот эта сама составляющая, что поддержать именно творческую, то есть быть рядом. Кому-то еще что-то, но это первый раз, когда именно это мне рассказали, что этот проект не просто... потому что это проект, а именно, как я сказал, с эмоциональной точки зрения, как он влияет. То есть человек... Не, ну то, что постепенно, да. Но с другой стороны, вы видели, кто изначально, да, кто был, как все начиналось, как проект выглядел, как это. Кто из вас, ну не знаю, кто сейчас здесь сидит, но многие из тех, кто вот сейчас подписаны или следят, в свое время вообще не верили в проект и мимо проходили и не смотрели, думали, чушь какая. И, то есть, кому-то нужно время, кому-то надо это. То есть это так же, вот сейчас люди многие пишут говно, ненужный или, блин, граф отстой. Вполне возможно, что со временем кто-то из них тоже попадет в стан подписчиков. То есть кому-то нужно время, кому-то сразу. У каждого разный эмоциональный и отклик, и вообще отклик интереса. Может, кому-то неинтересна система чужих, но интересно просто сам проект, что он вот с нуля, посмотреть, как он создается, и сам проект поиграть интересно, и не важно, что он по-чужому. Но я думаю, что Стерн, например, такой. Ему, в принципе, если бы проект не по-чужому, ему бы было без разницы. А мы видим постепенно, ну, да. Зато вы видели, я говорю, как все постепенно менялось, как выглядела демка первая, вторая, как чужой появлялся, как это все вместе начало работать, базироваться. Все равно вот этот уровень, не считая пары комнат, я вам толком не показывал, пока вы в бету не поиграли. Вы видели только вот этот коридор. Нужно сказать, и вот там пару комнат. Пара. Я вам ни там ничего не показывал специально. И как, то есть, чужого показывал только в специальной комнате для чужого, то есть белой. И так... И, то есть по сюжетному спойлерил. Вам этого мало? Ты абсолютно прав. Ну, я знаю, я вас уже как облупленный знаю. Я помню,
когда модель тележки сделали, и это было круто, это да. Ну, многим, например, неинтересно следить, большинству неинтересно за работой следить, за разработкой, им подавать все и сразу же готовое, да. Кому-то интересно смотреть, но тоже не все, кому-то нравится, как модели делать, чтобы, может, самому кому-то нравится что-то еще, кто-то боится спойлеров, у каждого свои. Видите, тут тоже по тем же стримам и работе, это как и с самой игрой, всем не угодишь. А под всех подстраиваться тогда ничего не сделаешь. То есть если бы я одновременно развлекал вас, играл сразу сейчас во все игрушки, смотрели фильмы каждый день, это еще работать, еще и рекламировать надо проект, я бы сдох просто, грубо говоря, да? Поэтому, как я сказал, я сейчас не распыляюсь на это. Вот сейчас карантин, можно посмотреть фильмы раз в неделю, ну или два раза там. Вот может Прометей заезд потом посмотрим, но люди, если голосуют за чужую землю, мы посмотрим ее. Под водой тоже надо его не посмотреть. Но я делаю то, что я считаю, то есть изначально хотел, я это делаю. Мне это нравится, в принципе, что я делаю. То есть то, что меня просят там еще добавь это, добавь то. Простите, у меня нет уже на это времени. То есть я слишком любезен с самого начала был со всеми. Теперь я все-таки держусь больше того, что мне надо. То есть я на стриме, вот сегодня, прошлый стрим прошел, я рассказывал вообще историю, как все делалось изначально, потихоньку. Сегодня с технической стороны, чтобы, то есть вопросы решили. То есть сейчас запускаю стримы, когда есть что обсудить, как видите, чат живой, что-то даже сегодня спрашивали. При этом вас не беспокоит, что сейчас на экране ничего нового не происходит. Я помню, когда на стримах подружек тропило 5000, это было нечто. Ну вот, я только чужого делал вне стрима, и последнюю мою модель это кошачью перенос. Ну так это просто вы тестеры. Вы там бегали, когда были стримы изначально, я вот эту вот уровень, я показывал только первые две комнаты, то есть вы с лифта выходили, первый коридор, комната и большая комната, этот коридор и до отсюда. Да. Саму загадку не показывал, я ее потом саму комнату показал, но и то не сразу. А в то, что вы все видели, когда чужое, вот это все, ну извините, вы сами подписались бета-тестерами быть. Какие тут предъявы могут быть? После этого все можно. Потом там чужой был еще глупый, но это вы уже бегали, ходили. Без глупого. То есть, ну, плюс еще были ролики какие-то, пытался. Ну, надо же как-то рекламировать новых людей, потому что, ну, извините, на стримах вот сегодня удивительно, 13 человек сейчас сидит. Так. Давайте чужого запустим, что ли. Смотрите, вот я уже два раза бегал, и два раза чужой нападал с потолка на меня. Стихаря. Без датчика. Блин, датчик надо усложнить. И не обязательно может его сделать, чтобы его может быть. Потому что, ну, кто будет. С датчиком гораздо легче играть. Блять, он уже забежал. Пусть альбеда. Так как это постепенно было раньше. Ну да. Так я ничего вам не говорю, что вы должны говорить постоянно вау. Я вообще не понимаю, зачем, к чему ты сейчас вот это пишешь. Из-за того, что я сказал, что человек первый раз эмоционально что-то высказал. Это не значит, что фу, вы говно, ни разу не сказали, как вам нравится проект с эмоциональной точки зрения. А вот новый человек пришел, сказал, а вы, сука, сидите, не сказал. Я что, на вас так это? Наехал или что? Я не понял. К чему ты это вот сейчас? Так как я не определяю, я говорю прям разом подж. Так дело не в. Дело не в больших эмоциях, что вау, это. Человек даже еще чужого не встретил в демке. Я имею в виду, как в общем, то, что проект существует, и как что он делает, как это с эмоциональной точки зрения. Не так, что вау, это, блин, стенка выглядит как в фильме, блин, воспоминания какие-то. Ты неправильно понял, Александр.
Я не говорю, что на каждую, блин, новую текстурку все должны. Ага, какая прелесть. Я все равно буду бета-тестером. Ага. Я тебя даже модератором сейчас тут сделаю. Единственным будешь модератором, будешь всех банить. Все, можешь всех банить. Так, у нас время 8 часов. Все, думаю, если будут вопросы, вы знаете, где писать, или в личку группы, или личку мне, или кто сидит в беседе, спрашивайте в беседе. Есть общая беседа, она, конечно, там мало пишут. Почти не пишут, общие беседы, кто не сидит, можете туда тоже заходить. Есть беседы бета-тестеров, а там свои, как бы все бета-тестеры сидят. Ладно, на этом будем заканчивать. Спасибо всем огромное, кто был, кто поддерживал. Если кто-то подумал, что я на кого-то наезжаю или обидел кого-то, уж простите, я никого не хотел обидеть, извиняюсь все равно. Я вас всех очень люблю. Мы с вами практически со всеми с самого начала, и никому из вас у меня претензий никогда не было. Александр, не думай, что не надо. Ты, тем более, настолько помогаешь проекту, и визуально, и звуково, и все. Как ты вообще можешь думать, что я мог какие-то предъявы вам кидать? Пожалуйста, не надо. Еще не хватало. Все, на этом будем заканчивать. Спасибо всем большое, кто поддерживал. Не болейте. Увидимся, услышимся когда-нибудь потом. Или как правильно? Что-то, по-моему, так кто-то уже говорит. В общем, всем пока.